Привет, друзья! Сегодня у нас на обзоре женские мотоперчатки текстильные от производителя Madeka. Madeka — это немцы с хорошо продуманным дизайном, с мелочами, со всякими. Если не смотрели у нас обзор на куртки, то ссылка будет ниже. Женские мотоперчатки текстильные, летние, продуваемые. Снимаем для сайта flipup.ru. Меня зовут Антон, и давайте просмотрим обзор на перчатки более подробно. Вот так перчатки сидят на руке. Текстильные, вентилируемые, с силиконовой накладкой во внутренней стороне руки для лучшего сцепления с рычагом переключения передач. Защита костяшек. Если вдруг будут лететь камни от впереди едущих машин, то костяшки останутся целыми. И также дополнительные накладки на пальцах. Они не выпирают, это скорее дополнительная нашивка, но она тоже немного защитит, если камни будут лететь в руку. Текстильные вставки между пальцев, продуваемые, вентилируемые. Также сетчатая подкладка на пальцах, в районе рукава и во внутренней стороне руки, в районе пальцев, такие маленькие отверстия для вентиляции. Надеюсь, на видео это будет видно. Хорошая застежка на липучке, достаточно качественная, с небольшим вот таким разветвителем, чтобы можно было одеть на куртку перчатки. Как видите, костяшки у меня не попадают, потому что все-таки рука у меня чуть поширше. Я надел эти перчатки только для видеообзора. У девушек будет как раз удобно, потому что рука будет уже. В принципе, это все по перчаткам. Это летние женские мотоперчатки, которые отлично подойдут для катания по городу. Надеюсь, мотоперчатки женские от производителя Madeka, модель Мех, вам понравились. Это летние продуваемые мотоперчатки, продаются на сайте flipup.ru. Можно приобрести их в наших розничных магазинах. В принципе, перчатки очень простые, при этом хорошо сидят по руке. Меня немного сдавливает, но чем отличаются мужские перчатки маленьких размеров от женских перчаток? Женские перчатки идут узкие по ладони. Если мужские мотоперчатки маленьких размеров идут короткие по пальцам, но достаточно широкие в ладони, то женские перчатки узкие еще и по ладони. У меня обычная М-ка, я одел XL-ку, вот, они мне сидят более-менее нормально, и то как бы поддавливает в ладонях. Я их одел только для видеообзора. Если вам понравился обзор, ставьте лайки, если не понравился, ставьте дизлайки, но в любом случае подписывайтесь на наш канал и комментируйте этот видеообзор.